Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. В Главном управлении МЧС Тувы прошла пресс-конференция на тему «Рост бытовых пожаров на территории Тувы». Так, по данным ведомства, всего с начала года зарегистрировано более 350 бытовых пожаров, что превышает аналогичный период прошлого года более чем на 3%. По словам начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Александра Байрола, все эти случаи произошли из-за нарушения правил пожарной безопасности. Население не обучается. Плохое обучение населения. Требования пожарной безопасности. Хотелось бы обратить особое внимание руководителей как организаций, руководителей органов местного самоуправления. Обучение населения – это первостепенная наша задача. Последствия возгорания печальны, но их можно избежать, соблюдая элементарные требования правил пожарной безопасности. Как отметил начальник испытательной пожарной лаборатории регионального МЧС Андрей Шишов, за 11 месяцев текущего года на пожарах погибло 11 человек, из них трое детей. Причиной возникновения пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации кирпичной теплоемкой печи. То есть печь была работоспособная, рабочая, то ее топили и оставили на попечение несовершеннолетних детей. Взрослые, то есть, ушли из дома. Соответственно, печь была смонтирована, выполнена с нарушением прав пожарной безопасности. Там были трещины. Соответственно, выпал уголек. И произошло возгорание сгораемых конструкций детской кроватки. Также участились случаи умышленных поджогов. Если в прошлом году зарегистрировано 2 случая, то с начала этого года уже 16. По поводу ночного клуба «Горыныч», значит, предварительно там все-таки аварийный режим работы в электросети. Но какие-то открываются новые факты, поэтому... Сейчас идет уголовное дело. Уголовное дело возбуждено. То есть от нас мы предварительную причину написали, им подготовили, техническое заключение отдали. Но если какие-то факты будут вскрываться, то, соответственно, уголовное дело будет продолжаться. Кроме неосторожного обращения с огнем, более 90 пожаров произошли из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Так, в большинстве случаев с наступлением холодов электропроводки в домах не выдерживают нагрузки обогревателей. В большинстве случаев для того, чтобы аппараты защиты от токов перегрузки короткого замыкания не срабатывали, их просто ставят очень мощными. То есть в домашних условиях могут какие-то промышленные поставить с огромным амперажом, там, которые просто не сработают, даже произойдет воспламенение токоведущих жил электропроводки, но аппараты защиты они не сработают. То есть вот эти пакетники, автоматы, плавки, вставки, все. В настоящий момент МЧС региона совместно со структурными подразделениями проводит профилактические мероприятия «Отопительный сезон», в рамках которой будут проходить лекции по пожарной безопасности. Также будут организованы рейдовые мероприятия. И чтобы не пополнить печальную статистику, спасатели просят жителей Тувы каждый раз перед топкой проверять печи и не нагружать электросети. В Туве стартовал анимационный проект «Тувамульт», первым этапом которого были курсы повышения квалификации по программе организации интеллектуально-творческой деятельности детей и подростков посредством использования мультимедийных технологий или мультипликации и устного народного творчества на республиканском уровне. Основной материал для изготовления мультяшек – это пластилин. Отмечается, что анимационный проект в республике набирает обороты. Так, курсы повышения квалификации собрали большое количество преподавателей по изобразительному искусству, информатики, педагогов, методистов, учреждений дополнительного образования и других. Таким образом, организаторы проекта намерены с помощью талантливых участников и дальше развивать в республике анимационные мультфильмы. Министерство экономики Тувы сообщило о продолжении работы над проектом стратегии социально-экономического развития Республики Тыван на период до 2030 года. В нем представлены главные направления, как создание транспортного коридора в страны Азии, реализация энергетического моста с поставкой электроэнергии Саяно-Шушенской ГЭС через территорию Тувы в Монголию и Китай, развитие международного авиасообщения, а также реализация экспортного потенциала республики. Напомним, что в июне этого года был проведен гражданский форум «Тува-2030».
2030, где работали площадки, развитие гражданского общества и общественных инициатив, развитие человеческого капитала, экономика и предпринимательство, а также рациональное использование природных ресурсов. В адрес организатора форума поступило почти 2000 предложений от жителей республики. По итогам голосования были определены главные цели проекта – это развитие экономики и человеческого капитала. И о курсах валют. Доллар стоит 59 рублей 62 копейки, евро 69 рублей 68 копеек. Валерий Гаркалин, Александр Носик, Ирина Лачина, Павел Белозеров и Ярослав Бойко в комедии «Страсть Аполлона». 21 ноября в Национальном театре. Е капиталын пажын садып паза тудып алырынга ажыгларынга тузаларбыз. Сез 600-700-700-5-10 ичеден и. Валерий Гаркалин, Александр Носик, Ирина Лачина, Павел Белозеров и Ярослав Бойко в комедии «Страсть Аполлона». 21 ноября в Национальном театре. Шестого ноября Тува примет участие в третьем всероссийском географическом диктанте. В этом году в написании диктанта примут участие страны ближнего и дальнего зарубежья. Также в этом году география Тувы расширена еще на 8 площадок 8 районов. В том числе в качестве отдельной региональной площадки зарегистрировалось Кызылское президентское кадетское училище. Таким образом, в текущем году Тувинским республиканским отделением совместно с Министерством образования и науки республики организовано 20 региональных площадок с планируемым охватом участников около 2000 человек. Чтобы стать участником диктанта, необходимо обратиться на любую площадку его проведения, независимо от места жительства. Республиканский наркологический диспансер принимает участие в конкурсе «Поликлиника начинается с регистратуры». Еще с прошлого года в диспансерном отделении проводится работа с целью совершенствования порядка организации деятельности регистратуры, повышения эффективности и качества работы сотрудников. Главное направление – создание удобства как для пациентов, так и для медицинского персонала. В первую очередь была проведена работа по реконструкции регистратуры нового типа – открытой регистратуры. Расширена зона для пациентов, созданы все необходимые условия для удобства посетителей, комфортная зона ожидания с кондиционером и телеэкранами и доступность чистой питьевой воды. Количество медицинских регистраторов увеличили и распределили функционал с целью ликвидации ненужных очередей. Сегодня в музыкально-драматическом театре Тувы прошла премьера музыкально-хореографического спектакля. Национальный ансамбль песни и танца «Саяны» представила произведение «Журавлиная скала» по мотивам пьесы «Хайран-бот» Эдуарда Межита. Идея показать историю, в которой главным символом чистой любви становится журавли, родилась в 2015 году. Постановка стала возможна благодаря федеральной целевой программе «Культура России 2012-2018». Ансамбль пригласил известного московского хореографа Константина Семенова, который и поставил по мотивам либретто «Журавлиная скала». Композитором выступил Буянмадыр Тулуш. Художник по костюмам Начин Шалык, народный художник Тувы. Отмечается, что постановка реализуется по социально-творческому заказу Министерства культуры республики. В Усть-Абакане состоялся межрегиональный турнир по баскетболу среди учащихся образовательных учреждений Хакасии, Красноярского края и Тувы. Нашу республику представили команды девушек и юношей из гимназии номер 5. В упорной борьбе команда девушек из Кызыла заняла почетное второе место, одержав победу над баскетболистками Минусинска. А лучшим игроком турнира признана Даяна Андар. В финальной игре юноши из Кызылской гимназии номер 5 смогли обыграть баскетболистов Абакана, таким образом заняв первое место в межрегиональном турнире. Лучшим игроком соревнований признан Аяс Мангуш. Купить шубу на меховой выставке выгодно, если вы уверены в производителе. Как минимум, все выставочные изделия должны быть чипированы, а ассортимент богатым на новинки и разнообразие меха. Среди тысячи моделей внимание стоит остановить на самых теплых. В предстоящем сезоне возвращается мода на пушнину, лисицу и писец. Практичный жакет-трансформер со съемными рукавами можно считать как зимним, так и демисезонным вариантом. На западе России особенно популярен мех бобра и каракуль. Это одно из самых теплых, носких и экономных вариантов.
Шуба обойдется покупателю не дороже 60 тысяч рублей. Модницы к таким моделям пока только присматриваются. Качественную норку видно сразу. Это густой подпушек, блестящий ворс и отсутствие у меха заломов. По словам продавцов, покупательницы обращают все больше внимания на светлые модели. При правильном уходе ворс не желтеет. Аккуратный сапфировый оттенок считается более практичным, чем молочный или снежно-белый. Еще один показатель качественного фабричного пошива – количество шуб на выставке. Чем их больше, тем провереннее лекало и шире размерный ряд. Если вы купили шубу без капюшона, то подобрать головной убор можно прямо на выставке меховой компании «Белка», которая работает с 16 по 21 ноября в спортивном комплексе имени Ивана Ярыгина, город Кызыл, с 10 до 19 часов. Спонсор выпуска прогноза погоды «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. В ближайшие сутки по республике ожидается местами небольшой и умеренный снег. На дорогах гололедица. В Кызыле переменная облачность, небольшой снег. Ночью минус 15, минус 18 градусов, днем минус 8, минус 9. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Ороване погода пасмурная, без осадков. Температура воздуха утром минус 15 градусов, днем минус 6. На Полке пасмурно, снег. Температура минус 8 градусов, днем минус 9. В Танзыбее пасмурно, снег. Температура утром минус 9 градусов, днем минус 10. По всей трассе проезд удовлетворительный.